ревна вылитая, которая из этого мультика. Она ужасная девочка. А я ей говорю, доченька, нельзя себя как царевна вести. Говорю, посмотри, царевна, говорю, одна, у нее даже друзей нету. Только родители, говорю, за ней бегают. И все. Так и будет царевна до старости со своими пердунами ходить. Так, а как же насчет любить себя, несмотря ни на что? А у меня нет такого отношения к себе. Я не могу себя любить, несмотря ни на что. Это как можно понять? То есть я такая бомжом стану, допустим, не дай бог, или алкашка какой-нибудь, и буду себя любить такой, какая есть. Нахер такая любовь нужна? Себя нужно любить, но очень правильно нужно себя любить. В том смысле, которым тебе... То, что тебе принесет пользу. Но как бы говорить, что я себя буду любить там даже центнером, но я не буду себя любить центнером, потому что у меня будут... Я себя буду ненавидеть, я буду себя ощущать некомфортно. Если я даже на 5 килограмм поправляюсь, мне некомфортно. Не, я себя не, ну, как бы, не, понятно, что это маленький вес, но когда какой-то там огромный, нет, я считаю, что, ну, как раз-таки, когда ты себя любишь, ты себя не запускаешь, потому что ты себя любишь, ты себя ценишь, ты себя уважаешь, ты хочешь быть здоровой, ты хочешь быть стройной, ты не хочешь иметь проблем с холестерином, ты не хочешь проблемы иметь с печенью, ты не хочешь иметь проблемы с сердцем, правильно? То есть ожирение, так таковое, оно за собой влечет достаточно огромное количество проблем со здоровьем, поэтому это далеко не любовь к себе. Это любовь только к жору, и все. А так каждому человеку, не каждый человек, я не считаю, что каждый человек должен быть худой. У каждого человека есть свой определенный да, вес, в котором он чувствует себя комфортно. Самое главное, чтобы он не переходил ту грань веса, в котором ему некомфортно. Потому что тогда это тоже постоянный стресс, постоянное заедание, постоянное худение. То есть это замкнутый круг, который просто не заканчивается. Так, Тат, расскажи про принципы питания, как ты кушаешь. Слушайте, я уже рассказывала девочкам, я ем сейчас, стараюсь мало есть, то есть это руккола, шпинат, это креветки там или курочка, ну, то есть я делаю такой салат, и утром я пью свежевыжатый морковный сок. В принципе, вот что-то такое. Кто-то может... иногда плов я делаю, да, там рис с курочкой, тоже я очень люблю, такой низкокалорийный, без масла, без всего. Там только морковка у меня идет, курочка и рис, больше ничего. Также либо гречка, да. Все очень такое должно быть легкое. Так, 42 килограмма. Блин, ну я так, нет, 45 килограмм моя мечта вообще будет, но это слишком мало. И я даже не знаю, реально ли такое в моем случае. Еще можно, просто это как бы относительно вкусно, там курочка, да, гречка, там рис, это как бы вкусно. А вот я как-то очень давным-давно... Тата, лайфхак, как заставить себя заниматься спортом дома? Надо одевать полностью спорт одежду. Я, кстати, так и делаю. Я одеваю спортивную одежду. Утром я всегда встаю, я одеваю лосины, одеваю там топик, майку и вот стою, бегаю. I love your eyes. Thank you so much. Нет, мой идеальный вес 49 килограмм. Вот как я была, мне очень нравится. Это у меня, правда, размер был 2XS. Много где мне вещи были маленькие, большие, точнее, даже XS. И я такая думаю, блин, почему мне там 2XS? А сейчас, конечно, жопа выросла, поэтому мне хотя бы до 40, хотя бы до 50 сейчас довести себя, да, там, и все. И дальше я даже думать не собираюсь. Это идеальный для меня, в принципе, вес. Спасибо большое. Марина Ова 0909. Спасибо большое, мне очень приятно. Так, чай не пьешь? Кстати, чай я просто не люблю, горячие напитки. Но чай неплохо, наверное, пить зеленый. Он как бы вроде очищает. Так, ну что? Короче, я поскакала, я сегодня зайду к вам попозже вечером, сейчас в сторис выставлю эту легендарную оливу шампунь, чтобы вы посмотрели. И что? Так, а кофе? А, кстати, быстро отвечу про кофе. Раньше кофе обожала,
очень его любила, а сейчас что-то давно не пила, и когда я его пью, я же прям так нервничаю, знаешь, такая возбужденная какая-то слишком. И когда ты... Ну, мне это чувство не очень нравится. Я пока повременила с кофе. Ну, потом, я думаю, что когда-нибудь начну, потому что я обожаю латте, я правда его очень люблю. Но сейчас мой организм в данный период времени, он его, ну, не воспринимает. А вообще кофе я люблю. Но моя любимая кофе — это латте. Я вас целую, обожаю. Спасибо, что со мной. Директ можете написать различные вопросы, которые бы вы хотели, чтобы мы обсудили там в следующем прямом эфире. Сейчас я выставлю в сторис эти шампушки. Вот. Ну и, собственно говоря, и все. Я вас всех целую, люблю. Спасибо вам, правда, большое за все.